Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 29 ноября. Память святого мученика Филумена. Святой мученик Филумен жил в царствовании царя Аврелиана в Ликаоне, занимаясь продажей жита в Галатии, в городе Анкири. Святой Филумен был оклеветом перед правителем области Феликсом, перед которым он исповедовал себя христианином, за что был повешен, строган и затем ввержен в огонь, откуда благодатью Божией вышел невредимым. После этого ему вбили в голову руки и ноги и гвозди, и влекли его 30 поприщ, отчего святой изнемогший предал дух свой Богу. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.